Опыт номер один. Опыт номер два. Какие выводы можно сделать из опытов? Во время первого опыта мы резко ударили по нижнему коробку. Он отлетает, а верхние остаются, так как наблюдается инерция покоя для них из-за высокой скорости удара по нижнему коробку. А во втором опыте мы ударяем плавно, и таким образом все коробки получают инерцию и движутся вместе с нижним коробком. Спасибо за внимание.